Привет! В этом видео расскажу, как включить показ скрытых файлов и папок в Windows 10. В частности, я думаю, вас будут интересовать системные файлы и папки, потому что в разделе «Пользователи», например, если перейдем в папку с пользователем, здесь нет ни папки «Апдата», ни других папок, в которых находятся файлы, ну, которые важно отредактировать, да, часто для игр, для каких-то программ. В общем, как включить показ системных папок и файлов Windows 10. Переходим в «Пуск». Вот здесь нажимаем на шестеренку «Параметры». И далее все очень легко и банально. Вот вы можете тут разбираться в этих параметрах. Просто в поиске напишите «пап», и здесь будет показ скрытых файлов и папок. Переходим сюда, у нас открывается вот все, вот такая панелька, все, что нам нужно. Здесь листаем в самый низ, и вот здесь скрытые файлы и папки, нажимаем «показать скрытые файлы, папки и диски». И вот здесь, если вам нужно, то вы можете убрать галочки «скрывать защищенные системные файлы». Нажимаете «да», вот здесь везде он... Вот будет вас предупреждать о том, что действительно нужно показывать их. Вы нажимаете «да», потому что если вам действительно это нужно, нажимаете «применить», «окей». И теперь давайте перейдем изначально вот в папку, например, на диск C. У нас здесь уже появляются скрытые файлы и папки, отображаются вот таким вот полупрозрачным цветом. Здесь есть пользователи, например. Перейдем сюда, и здесь уже есть папка «AppData», и здесь тоже есть всякие локальные скрытые папки, которые просто так недоступны, но с помощью вот этого способа можно их отобразить и уже много-много чего сделать с этим. Так что спасибо за просмотр, если видео было вам полезным, не забывайте поставить ему лайк и подписаться на канал, здесь будет еще много полезной информации. Всем удачи, пока!